Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, описание этих работ по книге «Великий музей мира» Джованни Бальоне «Мадонна во славе». 1630-1638 год. Холст, масло 135/100. Джованни Бальоне, историк искусства позднего маневизма и раннего барокко, часто цитируемый, особенно в связи с Караваджо, его заклятым врагом. Однако Бальоне и сам был художником, и по иронии судьбы многое в его манере письма именно от великого мастера. К моменту создания этой картины главным украшением Венецианской церкви Санта-Мария-Глориоза, где уже 12 лет является грандиозный алтарный образ Тициана, Вознесение Богоматери, 1518 год, который находится там и по сей день. На названных полотнах обращает на себя внимание разительное сходство композиции фигур Богоматери. И это объяснимо. Тициан не случайно почитался главой Венецианской школы. Вполне естественно, что его влияние было велико. Работа мастера грандиозна, хотя картина Бальоне формально даже больше. Очевидно, что есть кардинальное различие между величиной и величием. При всей своей сноровистости исполнения творению «Мадонна во славе» не хватает духовной силы. Но такое описание работы Джованни Бальоне «Мадонна во славе», 1638 год, описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.